Здравствуйте! Сегодня мы продемонстрируем вам средства для предотвращения обтрепывания изделий фирмы Prim. Как видим, это бесцветная жидкость, которая не допускает разлохмачивания мест, подвергающихся сильным нагрузкам, укрепляя волокна. Давайте это проверим. Для теста мы приготовили осыпающийся срез, лохматую ленточку, аппликацию и выметили пару петель для сравнения результата. Сначала нам необходимо обрезать торчащие нитки, подровняв срез, а затем нанести на него небольшое количество жидкости и дать просохнуть. Результат заставил себя долго ждать. Волокна ткани надежно зафиксированы и срез больше не осыпается. Кроме того, уникальный состав флюида настолько устойчив, что сохраняет свои свойства даже после многократных чисток и стирок. Таким образом, мы с вами убедились в неоспоримой пользе данного средства от Prim, которое просто обязано быть в арсенале каждой хозяйки. Покупайте в магазинах «Швейный мир»,